Послание Отца Абсолюта от 15 августа 2023 года. Сила Духа. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети. Сегодня я хочу поговорить с вами о таком качестве человека, как выносливость в обеих ее проявлениях – физическом и моральном. На самом деле и это качество может оказать вам неоценимую услугу в мире пятого измерения, особенно на первых порах, в период привыкания к новым реалиям вашей жизни. Как вы уже знаете, запас прочности человеческого организма поистине велик. Другое дело, что не все умеют им пользоваться. И происходит это потому, что во время серьезных жизненных испытаний основное бремя ложится на психику человека, так как именно она определяет состояние физического тела. Сила духа – это тот стержень, на котором держится все остальное. Слабые духом, как правило, быстро ломаются, и их физические тела погибают даже при незначительных испытаниях. Люди же сильные духом, способны выдержать самые трудные, порой невыносимые условия своего существования. Я знаю, что большинство из вас, тех, кто читает этот сайт, прошли в своей жизни немало испытаний, как физических, так и моральных. Во многом благодаря этим испытаниям вы пришли к столь необычным для людей трехмерного мира знаниям, которые вы приняли всей душой и которые прокладывают вам путь к вознесению. Жизнь закалила вас, и вы достойно прошли испытания на прочность. И теперь, оглядываясь назад уже с высоты приобретенных божественных знаний, вы способны дать объективную оценку всем своим действиям, проследить цепочку причин и следственных связей, понять глубины причины как своих собственных поступков, так и действий окружающих вас людей. Мы с вами уже не раз говорили о том, что в дуальном мире путь к Богу чаще всего лежит через боль и страдания, и так длилось веками. На протяжении всех своих воплощений на земле вы приобрели настолько богатый опыт, что без преувеличения, можно сказать, испытали все страдания мира. Именно выносливость, сила вашего духа, уже прочно закрепившаяся в вашем подсознании, позволила вам воплотиться в столь уникальное время и подойти к самому порогу Вознесения. И перейдя заветную границу уже в новом световом кристаллическом теле, вы будете пожинать плоды своего труда, физического, морального, духовного, всех своих предыдущих воплощений. Но даже в мире пятого измерения, в отсутствии тяжких испытаний, это качество сохранится в вас, приумножая силу духа, что поможет вам максимально реализовать себя на новой земле и помочь в этом остальным. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно, Отец Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт «Возрождение».